вот эти вот всякие гульны. Чувак. Новое поколение. Отец, надо выглядеть хорошо. Блин, мне кажется, я сильно нанес. Не видно какое-то зеркало вонючее. Пошел к шипу краситься. Привет, друзья! Меня зовут Егор Шип, и вы на канале Димас Блог. У нас начинается, значит, глобальная... Как там? Санчик снимаешь? Просто межгалактическое, межлегендарное видео. Сегодня вот Дима становится отцом. Батя. Ну, в принципе, он становится отцом, и сегодня мы узнаем пол... Слушай, предлагаю для начала Мики, чтобы нам предсказала. Мы приготовили две миски, там будет девочка и мальчик. Надели ей костюм. Мики, ты готова? Пошли. Давай сделаем быстренько. Оп, ты малышку мою. Все, теперь пойдет. Она только молчите тарелку, больше все, не... вообще молчите. Хорошо, молчи. Мики, можно? Давай. Дим, я уже понял, что ты хочешь девочку. Розовый! Ты за кого? Мне без разницы. Реально без разницы. Да, единственный человек, которому без разницы. Странная, да, какая-то? Да вообще нет, кстати. Ну, да, а что такое? Ладно, все. Вы за кого? Которые станут бабушкой. Нам все равно, будем любить и девочку, и мальчика. Да, конечно. Но мне кажется, что будет мальчик. А мне кажется, девочка. Да, прямо сейчас, пока ты не досмотрел этот ролик до конца, пиши в комментариях, я не знаю, на примере, где ты сейчас находишься, мальчик это или девочка, и в конце выпуска узнаешь все-таки, прав угадал ты или нет. Или не прав. Вот. Как назовете, если это будет девочка? Если девочка, ну поговори. Алиса. Еще есть имена. Алиса? Да. Правда? А мальчик? Маме не понравилось. Серьезно? Вот, а мальчик мне Максим вроде зашло. Ну, Макс. Я не знаю, нет, на самом деле, вот сейчас мы узнаем, и тогда будем думать. Мне вообще говорят, что вот когда родится, тогда и поймете. А я знаете, кем был? Я был Виталиком. Реально, я месяц Виталиком меня называли. Потом мама поняла, это не Виталик. Когда ты родился, она поняла, что ты не Виталик. Что ты на маму наговариваешь? Нет, ты родился, и ты стал Димой. Я вообще просто в шоке с происходящего, вы не представляете. Год назад вообще все по-другому было. Я сейчас сижу вот так вот смотрю и думаю... Да. Быстро время прошло. Кем хотите вообще, чтобы вырос, ну, типа, ваш имя? Бизнесменом. Опять же. Криптоменом. Может, ты спросишь, когда мы узнаем? Блогером. А это и так крутой лайв-выпуск, потому что здесь Егор Шип, йоу! Давай, да, спасибо, жарко. Боже, не хорошо! Вот у меня такая же реакция была. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hell. Нет, честно, не знаем. Нет, мы не знаем. Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be. Девочка, пацан, я говорю, пацан, не смотрите во то, что я делаю. I can all show you with action. I feel this pain you are. Я в это не верю вообще просто. Смотрите, тут все чисто просто. Привет. Мы старались вообще это. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise. Санечка, Валюшечка, привет. Это тебе. Я хочу чуть-чуть вырос, чтобы... Потому что когда эти маленькие дети, им надо... Ну да. Первый раз, это примерно годик. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Они очень красивые. Купила комбинезоны, спортивные, не спортивные. Как балиновая мода точно. Я на самом деле, я очень долго думал, поэтому вот, браслет Тиффани. Спасибо, что приехал за два. Короче, мы очень долго думали, что вам подарить. Подарили самое-самое-самое нужное. А все, что вам нужно на подгузники, на соски, на отдых, на успокоительные. На первый зуб. На первый зуб, на первую ложку. В общем, абсолютно все. Только не открывайте все конверты сразу, Дима. А то я богатым стану. А, да, станешь богатым. Я себе виниры оплачу наконец-таки. Будет умным. Не в меня. Да, надеюсь, в тебя.
Йоу, друзья! Мы на футбольном матче. Команде победителя сегодня доведется первыми узнать пол ребенка. Ну а пока что состав команд. Волик Кирилл, вратарь женской команды. Как известно, на ворота ставит самого толстенького. Соня Слиппи, единственная, кто играет с подтяжками. Кристина Край, рада, что наконец-то ей подарили футболку. Стаси Синджи, если бы это были соревнования по воздушным поцелуям, она бы взяла топ-1. Ваша Маруся. Вау, поаккуратнее, а то оператора зашибешь своей харизмой. Саша Новиков. Да-да, друзья, у него изначально есть план, и он будет его придерживаться. Мишка Конфуз. Своими распальцовками наводит страх на команду соперников. Тот самый Егор, тот самый Шип. Его не спутаешь и в представлении не нуждается. Ну что ж, все на поле. Начинают девчонки, но пока что не понимают, что им делать с этой штукой под названием мяч. А нет, не теряют. Нет, теряю. Нет. Мяч остается у них и стремительная атака. Но, увы, передача была неточной. Парни выходят 2-1 с вратарем. Передача на Егора Шипа. Но вратарь справляется. Егор Шип, это не карнавал. Не получится снимать и играть в футбол одновременно. Легкий вальс с Егором, отличный пас. Они решили, что толпой мы точно им сегодня засадим. Удар по воротам. Увы. Стася, это тебе не с ладошками целоваться. Выход 2-1 к воротам девчонок, передача, и Егор, решая немного передохнуть, подставляет голову под мяч. Опаснейший и красивый момент. Жаль, что мимо. Парни в очередной раз развивают свою атаку на вес. Но вратарь на месте и, скорее всего, получит 1 миллион долларов от Чарли Чаплина за звание первого беременного мужчины в мире. Быстрые роды мяча. Удар! Девчонки решили, что лучше бить по ногам друг друга. Мяч в руках, как и мое сердечко. И счет открыт. Празднование в стиле Барселоны. А мы продолжаем. Еще один отбор в центре поля. Девочки ему не дают пройти к своим воротам. Удар! И этот озорной мальчишка может записать мяч на свой счет и наконец-то перестать падать головой в муху. Комбинация 3 в 1. Пас. Гол! Скорее всего, так и было все задумано, но это не точно. Выход к воротам девчонок. И Саша Новиков празднует за всех. Решающая серия пенальти определит победителя. Первый удар от Сони Слиппи. Да! Мимо ворот. Парни определились, кто будет бить первый. И Саша Новиков у мяча. Вратарь на Чили, на расслабоне. Удар. Без вариантов. Это гол! Егор Шип в воротах. Спасибо, Егор, вы в танцах, но гол все же засчитан. Парни решили помочь женской сборной и оставили в воротах Егора. Два вратаря. Янгер у мяча. Пытается всех отвлечь. Очень напряженный момент. Удар! И Егор Шип выручает команду соперников. Но исправляется и быстро забивает за свою. Везде успел. Впрочем, как и всегда. Всем спасибо за внимание. Играйте в футбол и будьте здоровы. С вами был Дэдпул. А точнее, его убогая пародия. Ребят, я когда ехал сюда, я правда вообще не волновался, ни капельки. Сейчас я стою здесь. Такой момент в жизни происходит первый раз. Ох, капец, не стрёмно. Фух, сейчас заплачу. Реально. Спасибо, что вы все пришли. Я не ожидал такой поддержки. Вот, всех люблю. Давайте все вместе посчитаем с 10 до 1, чтобы я микрофон не держал.
на самом деле так рад. Все равно, в любом случае, да кто бы там ни был, я бы и так в любом случае рад был. Но у меня эмоции какие-то, я не смог сдержать их все-таки. Я вообще не переживал. Я увидела цвет, просто любой бы цвет, который там был, я просто начала плакать. Во-первых, спасибо тебе. Тебе, если бы не ты. И вам за просмотр этого ролика. Я надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, не лайк, комментарий. Пацан будет, пацанчик. Будем ждать. Увидим, кто, что там за черненький или беленький. Потому что я родился черненьким, реально. Он с темными волосами родился. Нет, и темная кожа. Нет. Да. Все. Короче, все, я не знаю даже, что сказать, я просто рада. Спасибо вам. Пока-пока. Мы еще вернемся, так сказать, уже с пополнением. Будет у нас новый хаос. Просто я прыгаю спать.